Добрый день, друзья! И давайте посмотрим на демо-версию игры Story of Lost Dot. История потерянной точки. Конец. Это последнее слово в приключениях Алисы в Стране Чудес, которое написал Льюис Кэрролл. И вы будете последней точкой. Той самой точкой после слова «конец». Последней точкой, которая есть в каждой истории. Но затем случилось что-то странное. И теперь вам нужно найти свой путь обратно. И снова сделать историю завершенной. О, это мы. Вжух. Уи. Можем использовать пробел, чтобы отмотать время. Ага, надо отмотать его дальше. Нет. Сильно не ускоряться и не попадать в ловушки. А как? Как получать очки? Вы будете получать очки, когда будем касаться различных букв. Чем реже буква в истории, тем больше очков мы получим. Буква И. Большая буква И. Глава 1. Вниз в кроличью нору. Маленькая планетка нас притягивает. Уй. А почему Game Over? Продолжите. Потому что мы улетели за край. Ладно. Не страшно. Отпусти меня, маленькая планетка. Давайте попробуем отмотать время.
Так, а что дальше? Конец игры. Ладно. Продолжаем. О нет, снова эта маленькая точка. Пока что у нас проблема, мы снова не знаем, куда лететь. Давайте попробуем отмотать немножко время. Посмотрим, что у нас с другой стороны. Там у нас ничего нет. Тут тоже ничего нет. А как тогда? Прыгать мы не можем, можем двигаться только влево-вправо. Давайте попробуем отмотать еще. Может, сможем перелететь. Так, ну мы куда докатились. Что дальше? Сейчас нас вот эти штуки докатятся и все. Все, конец. То есть тоже не вариант. Давайте попробуем еще разик. Да ну нет. Это был короткий забег. Еще разик. Левее, чтобы не попасть. Нет. Вниз. Ну вниз, малыш. Ладно, разгоняемся. Разгоняемся. Улетаем. Арр. Эта звездочка нас достигла. Ладно. Продолжаем. Sleepy and stupid. Все. Проскочили. Нет, не так все было. Как он так управляется? Так, пойдет. Не попадаем в ловушку буквы Т. Вниз. А что делать здесь? Как тут быть? Как тут быть и на что надеяться? Может, в облака мы туда залететь не сможем. Вот тут уже эта звездочка летит. Нет. Все, только мы коснулись, мы проиграли. Ладно.
Давайте еще раз. Very sleepy and stupid. Нет. Летаем. Улетай. Да, улетаем, малышка. Можем всего лишь двигаться влево и вправо. Попробуем улететь вправо максимально. Нет. Неправильно. Попробуем сейчас немножко. Влево. Это как там, я нажимаю влево, он летит вправо. Как это влияет? Как это работает, непонятно. Так, вот они, мы снова здесь. И что нам с этим делать? Здесь мы чего-то коснулись, и дальше что? Если мы движемся туда, то мы туда не движемся. А там он уже, эта звездочка летит. Как нам преодолеть вот эти вот загигулины в конце? Так, ну мы заскочили сюда. Что нам это дает? Вот эту вот звездочку дает. А еще? Ничего. Потому что эта звездочка напрямую летит к нам. Мы ничего поделать не можем. Так, 64-е место. Где вот я? Как-то это надо преодолевать. А как это преодолевать? Так, ветер. Может, надо как-то под ветер подстраиваться? Ветер усиливается, и в этот момент надо падать куда-то. Вот момент нас куда-то уносит, например, вправо, да? А он так не работает. Вот мы даже на облачко забрались. Буквами запрятались. О! Мы умеем плавить облачка. Это занятно. Давай, малыш. Нет. Но это слишком медленно происходит. Ладно. Но теперь мы знаем больше, что мы можем плавить облачка. Потом поехали плавить облачка. Нет. Убирайся. Так. Идем вниз. И забуриваемся. Бурим. Там уже звездочка появляется. Да, мы сможем. Ой, нет. Так вот бурить плохо. А как хорошо? Как бурить хорошо? То есть, явно фишка в том, чтобы пробуриваться сквозь облака. Надо найти более короткий и более приятный путь.
Дубль 2. И еще разик. Я пытаюсь управлять этой точкой, но она не всегда управляется. Зачем касаться боковок? Что я, по-моему, здесь вот справа выйти. Давай, давай. Выбирайся оттуда. Нет. Очень медленно мы бурим. Очень медленно мы бурим. Товарища Бастиона пока превзойти не получается. Ладно, давайте последняя попыточка. Пойдем тогда в другую сторону. Не страшно. Ой. Нет. Это плохо. Ладно, нас отпустило. Ой. Бум. Может быть, мы успеем? Давай, малыш. Нет. Немножко не успели. А как? А я не знаю как. В общем, я полагаю, мы на этом закончим просмотр игры и историю потерянной точки. Большое спасибо за просмотр и увидимся!